Из-за концертов в Испании и Германии я приехала в Латвию в понедельник, а не в субботу вместе со всеми участниками. И как тебе в Юрмале? Тут так красиво. Юрмала – очень красивый и чистый город. Кстати, тут очень свежий воздух. Как проходит репетиция? Очень интересно слышать песни конкурсантов, видеть их выступления. Скажем, очень глупо, что сейчас я не могу петь из-за проблем со здоровьем. Для тебя новая волна – это больше конкурс или мастер-класс? Я очень расслаблена, да и вообще никому не надо нервничать. Мы тут выступаем не друг против друга, мы просто работаем на сцене. Я на новой волне, потому что мне нравится петь. Ты опытный музыкант. Чем удивишь юрмальскую публику? Удивить публику? Главное оставаться самим собой. А еще на сцене нельзя просто стоять, надо двигаться. Публике понравится твое выступление, если оно нравится тебе самой.